Снова всем здравствуйте. Поехали к другу на дачу и не смогли заехать в горы. Машину бросили внизу. Поднимаемся пешим строем. На УАЗике нас довезли на гору, а тут пешком идем. Машина там. Еще туда вниз. Километр полтора, два. Здесь вот так. Еще в гору топать. Птички поют. Сегодня тепло. Говорит Серега, плюс 3. Я не смотрел на погоду. Фух. И сдохли, короче, мы. Не смогли заехать. Здесь так. Снегу в колено где-то, да? По колено, да? Снегу. А говорят, мало снегу. Немало. Калина стоит нетронутая вообще никем. Калины в этом году навалом. Ее никто не ест. Она тут никому не нужна. Там написано на сосне. Не пыли. Не пыли. Какой тут пыли? Ну, как-то так. Нам еще вниз скатить. Сереж два раза упал. Фу, с горы, пока спускались. Мы еще не спустились. Вот Калиновский стоит. Столько много ее. Ешь не хочу. Так у них не только калина, у них и рябина, и черноплодка. Ягоды вообще в этом году много ушло в снег. О! Тут вся история в одних флажках. И Советский Союз, и РФ. Иду посередине колеи, иначе убиться можно. И втыкаю туда кабульки. Вот так. Чтоб не бабахнуться. О, хорошо. Что-то птички перестали петь. А? Ну а кто не дает? О, здесь надо все. Съемка кончается. Тут что-то грунт пошел. Под ногами твердый. А вот мы доехали докуда. Вот тут мы побуксовали немножечко. И назад укатились. Туда. Нас УАЗик закинул туда. Здесь так. Зимой. Летом я уже вроде показывал. Ну все, мы выгулились. Последние шаги остались до машины. И поедем домой. Сходили, посмотрели там, что у него на дачке творится. Все хорошо. Снегу до колена. Шурнулись так. Свежо. А тут мы побуксовали маленечко. Все. Садимся в машину и поехали.